В Ульяновской области подвели итоги инвестиционной деятельности региона за первый квартал 2024 года. Общий объем инвестиций составил 23 миллиарда 800 миллионов рублей, или 140% к уровню первого квартала прошлого года. Топ-5 предприятий региона по объему инвестиций по итогам первого квартала – это Арнест упаковочное решение, далее филиал ПАО ИЛ «Авиастар», далее завод «Трехсосинский», далее филиал АО «Аэрокомпозит», город Ульяновский, и на пятом месте «Автосвет». Кроме того, опубликован рейтинг финансовой устойчивости и эффективности регионов за 2023 год. Ульяновский региональный гарантийный фонд занимает второе место в данном рейтинге. Это отличный результат работы наших инвестиционных и финансовых блоков. На штабе по комплексному развитию региона обсудили проект областной программы сохранения объектов культурного наследия Ульяновской области на период с 2025 по 2034 годы. Стратегический документ был разработан по поручению губернатора Алексея Русских и включил в себя решение трех задач. Итак, первая задача – это разработать для них предметы охраны, оформить зону охраны, определить территорию объекта. Границы территории объекта. Вторая задача – это прямое, скажем так, бюджетное финансирование с целью проведения ремонтных и реставрационных работ. Третья задача – создать максимально благоприятные условия для инвестиций в объекты культурного наследия. На совещании также обсудили новую заявочную кампанию на грантовый конкурс президентского фонда культурных инициатив. Она стартует 25 июля и продлится до 10 сентября. На кону хорошая цифра – почти 5 миллиардов рублей на эту волну. Поэтому грех не воспользоваться такой возможностью, которая дает государство, президент нашим творческим командам. Кто может принять участие? Это, наверное, уникальный фонд, потому что кроме традиционных некоммерческих организаций, которые уже умеют, знают и участвуют в грантовых конкурсах, в этом конкурсе могут принять участие муниципальные учреждения, причем не только культуры, но и, например, образования, дополнительного образования. И очень важный момент – индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. На территории Ульяновской области успешно реализуется национальный проект «Цифровая экономика». В его рамках работа ведется по четырем проектам. Цифровые технологии, цифровое госуправление, информационная безопасность и информационная инфраструктура. В рамках информационной инфраструктуры мы уже подключили 737 объектов социально значимых, построили более 83 вышек в рамках программы УЦН 2.0, поставили 206 точек доступа Wi-Fi по населенным пунктам, и из достижений, которые по прошлому году очень хорошо увеличили долю населения, где есть высокоскоростной интернет, это за счет Ростелекома строительство системы GPON. GPON – это интернет в каждый дом. На совещании губернатор традиционно озвучил несколько обращений граждан. В колхозе СПК «Карлинская» работники не получают зарплату 3 месяца. В селе Еделево Кузоватовского района неделями не вывозят мусор, а на нижней террасе рядом со школой 83 забыли положить асфальт. Алексей Русских дал поручение министрам как можно быстрее помочь людям в решении наболевших проблем. Валентина Никонова, Герман Баранов, Ул-Правда ТВ.